Здравствуйте, зрители! В жизни каждого из вас наверняка есть люди, которые вам симпатичны. Сегодняшнее исполнение стихотворения прозвучит в качестве привета в сторону Марины, одно из главных мест в жизни которой занимает маленькая девочка Алиса. Это стихотворение с ними никоим образом не соотносится. Итак, Иоганн Вольфганг Гёте. Так ты ушла? Ни сном, ни духом я не виновен пред тобой. Еще ловлю привычным слухом твои слова и голос твой. Как путник с беспокойством смутным глядит в бездонный небосвод, где жаворонок ранним утром над ним невидимый поет. Как взгляд мой полный нетерпения следит сквозь чаще дали ввысь, так все мои стихотворения, вернись, безумствуют, вернись. Всем спасибо.